Сегодня начались компенсационные выплаты хозяйствам по лишившимся поголовья свиней в связи с африканской чумой свиней. Всего в списке пострадавших 13 ЛПХ, в которых изъяли и уничтожили почти 200 животных. Напомню, вспышку АЧС зафиксировали 12 августа, когда лабораторный анализ подтвердил инфекцию у дикого кабана, подстреленного в Маргаушском районе. Карантинный режим был введен в двух районах республики и действует до 14 сентября. На дорогах работали 5 пропускных пунктов, досматривался автотранспорт. Была запрещена перевозка свиней и мяса животных в любом виде. Для отмены всех ограничений будет необходимо специальное распоряжение санитарных властей. После объявления карантина по африканской чуме свиней министерством были изданы распоряжения о проведении регулирования численности на территории всей Чувашской республики. За истекшую неделю добыто порядка 20 особей кабана. Работа по регулированию численности будет продолжена до приведения к нормативной плотности кабана. Это 0,25 особей на 1000 гектаров. Отмена контрольно-пропускных пунктов произведена в связи с тем, что проведены все мероприятия по изъятию поголовья свиней в угрожаемой зоне и в границах эпизодического очага и проведение мероприятий по дезинфекции на указанной территории. Около 1,5 миллиона рублей подлежит возмещению затрат за изъятых животных. И добавлю, что сумма выплат зависит от веса изъятых свиней, в среднем по 119 рублей за килограмм живого веса.